Всем привет! Сейчас будем производить подкормку пчел, так как на улице погода плохая, пчелы не летают, а развиваться им надо. Замешал я сироп, там один к одному, просто кипятишь литр воды, килограмм сахара высыпаешь, кипятком заливаешь и все размешиваешь. Как-то давно я покупал вот такие вот кормушки. Ессентукская пчелобаза. Вот у меня две штуки лежат. Я их так водичкой сполоснул. Сейчас просто ни разу не пробовал. Всегда пользовался пакетами. Сейчас попробую, как они работают. Сюда заливается подкормка. А здесь вот внизу отверстие. Ставится она наверх, на рамки. В холодную погоду такие кормушки используются. Все, наверх на рамки поставили. Вот здесь такая лесенка есть. Пчелы залазят, сюда спускаются, здесь берут нектар, обратно возвращаются, уходят. Вот. Сейчас будем пробовать. Ну так, будем ставить кормушки. Пчелки летают. Погода пасмурная. Ни солнце, ничего, небо затянуто. Пчелы летают. Несут обножку. Обножка похожа, что... Ну, всякая разная вот эта вот. Светло-зеленая, как я читал, она с земляника, клубника там. Вот. Ну, вот, несут потихоньку, летают. Выбора нет у них. Так, будем ставить кормушки. Опа. Раз, раз. Пчелки сидят, меня не съедят. Ну ток-то нормально по развитию. Ну маловато, конечно, пчелы еще. Маловато. Так, берем кормушку. Ессентукская пчелобаза. Ай, вот зря. Зря надо дымарь заряжать. В таком случае с пакетом как-то проще. Дымарь я не взял, думал, нормально будет, но я что-то поторопился. Ладно, так вот ставим, накрываем. Полетели пчелки, полетели. Им не понравилось. Так, ну вот первый минус. О. Ну, собственно, я этого и добивался на самом деле. Ладно, первый минус вот этих кормушек, то что без дымаря ставить их неудобно. Они тяжелые, пластмассовые, ты давишь пчелу. Ей это не нравится, она начинает атаковать. Это такой первый минус, но он как бы не минус. Все равно нюанс, да? Вот. Снарядил я дымарь. Сейчас будем с дымарем все это делать. Неудобно одному осуществлять процессы. Так. Гнездо у нас там. Сейчас мы окурим их. Они уйдут вниз. Давайте, давайте. Подруги мои. О, вот. Теперь, когда ты их окурил, они пошли вниз. У тебя все здесь свободно, да? Ты теперь можешь взять вот так вот и поставить вот эту вот кормушку и пчелы. Как бы, да, они это, ну, нормально себя ведут. Все, не кусают, ничего. Как это было в первом случае. Все, мы их отправляем. Потом я завтра сниму, как они взяли нектар или не взяли.
так как-то пока. Так, вчера я ставил спробовать кормушки. Сейчас посмотрим, что там. Забрали пчелы, не забрали. Сидят, жужжат. Было примерно 700 грамм. Полностью, подчистую, все вылизали. Вообще полностью. Это за день. Работают хорошо. Так что вот так. Сейчас вторую проверим, как семья забрала. Сейчас вторую проверим. Так, проверяем вторую. Семью с подкормкой. Так. Трава какая-то попалась. Смотрим. Ага, что мы имеем? О, а здесь еще есть. Здесь еще не все взяли. Пусть стоит. Здесь, видимо, послабее, что ли, семейка. Но, тем не менее. Вот все, пускай будет. Пускай будет. Так вот.